сейчас. Мы зашли? Угу. На мою башню зашли. Когда пойдем? Или не пойдем? Попозже, попозже чуть. Ладно, короче, я сейчас все потыкаю, тупо в запись останется, потом посмотрю. Это не конечно. О, я сейчас заскрин. Ага. И все, мобы пошли. Да. Там капулона как БФ, да, или как? Тут же прикол, да? Я не ходил на БСВГ в этом сезоне. Они вообще бьют, не бьют, и что ли? Они просто. Ты ходил, Лёха, на БФ в Риге? Не, я в БФ очень давно не играл. Очень. Там типа башни, понял, 4 вида башни вроде, не помню. Магические типа там, те, что травят, короче. То есть мобы тоже идут, бывают такие, что ты их не пробиваешь там, ну. Только башни бьют. Тоже такое есть, типа? Да. Да, есть. Судя по гайду. Ну вообще писали, что это копия. Если копия, то там да, тогда будет, ну, как бы. Плюс-минус я представляю. Ну, геморрой такой, я не люблю этот рифт. Специально профи надо тестить, короче, подбирать постоянно. То есть дошел там до какой и понял там, ну, смотреть, на чем прокалываешься, башни перестраивать. Тоже виды башни разные есть. Ну, короче. Такое. Что, типа, если мобы до конца дойдут, все, ГГВП? До конца. Они, смотри, они поплотнее за то, что нас двое. И все, и жопа, да? Да, да. Не, я там понюхал мобов, конечно, но, бля. Вообще забей. А. Сейчас еще одна волна пойдет. Да. Так, а давай вначале их тогда сразу принимать. О, сейчас. Пойду сериал смотреть, короче. Короче, скорее всего, надо, чтобы один на первом даже строил, второй на втором, они слишком быстро ходят. Не успевает отстреливать. Бля, я, конечно, вообще хер догоню, зачем убежал. Ну вот. Хил меня хиляет, короче, по 3-6. Ну немного, в принципе. Чувак с эпалечком меня восстанавливает по.
Что-то мало он хилит меня. Четыре 539 300. Странно. Нифига себе. Ни одного моба не выжило. За тайный хранитель разлома. Пишет, покажи бежать. Знаешь, что мне пишет, Леш? Ну. Чуваки, попишите, я Мерлина мне показываю. Какой я Мерлин? Не знаю таких. Может, думаешь, что я с Мэнсона, понял? С Мэнсона. Мэнсон. С БФ там, чувак. Че у него за биржа? Скорость бега, реген ЦП. Реген ЦП, реген ХП, физзащита, что такое? ПДФ, скорость бега. А, он на залив, понял, ничего не кидал почти. ПДФ, скорость бега. Короче, все на ПДФ и реген тупо. Я Лех пошел наверху доставлять. Угу. Я тут ставить буду. А ты видишь, Леха, как передавать вот эти вот камни? Нет. Как... А, вижу, да. Дай мне одну штучку, пожалуйста. Да пишет, выберите, а, выберите игрока. Типа передал. Сейчас. В смысле, где? Блин, тут, конечно, эффекты такие, что пиздец потом будет, когда много башен. Судя по архитектуре, здесь правильный комплект надо делать. И понять, насколько башня усиления работает. Не вообще что написано. В небольшом... А, ясно. Одну усилялку надо на каждый вот этот угол, походу, ставить. Дебаф, судя по всему, уешен. Замедло на целый этаж работает, то есть больше, чем одна замедляющая башня вообще не надо делать.
Да, я понял. Ну, в принципе, дебафная башня одна на этаж должна быть максимум. Чисто, блядь, игра в ТД, нахуй. Попробуем без визуальных эффектов магии, что будет. О, да, так получше. А ты какую-то стан ловушку поставил? Сейчас, мобы. У тебя О, сразу вот на вот этих мобов не действует замедление. Зато стан работает. А, нет, станы. Или нет? Или работает, я не понял. Станы работают, замедло, не знаю. Ну, станы точечные, такое себе, конечно. По-моему, это неэффективно, если не без урона. Все с уроном, Леха. Тогда эффективно. Там земля вроде бы стан дает, и урон у нее самый большой. Сука. Пробежался. Так, сейчас. Тут, а сколько здесь этот защиты от контроля висит секунд? Пять секунд. Ну, видимо, стан тоже один на этаж. Так, сколько вообще тут получается видов? Ускорение. Улучшить. Бегуть. Нет уже на форуме, Лех, описания башни? Нету. Ну я записываю, так что будет описание. Подробного гайда нет, они обещали сделать, но такое, как обычно. Не гарантированно. Ой, здесь вообще башен нету, надо хотя бы замедло поставить. Нету. Самое говно, это, короче, видимо, в конце надо башню ветра ставить, чтобы бафать себе скорость бега. Хотя она тут не так много дает, на самом деле.
А тут вообще хоть какой-то бонус от пати-то есть? Может, вообще это выгоднее тупо соло ходить такую штуку? А вот хз даже. Может быть, это... Мне кажется, нет. Да нет, там, походу, какой-то прикол есть. Знаешь, как БСФ там групповым типа ходили тоже. Там сложнее, но классно. Больше дают. А, ну если так. Да ты тут так, ну ты блин. Я бы, поверь, на рифте не зацикливался сразу, потому что... Не, ну сейчас просто есть возможность на халяву понять как бы концепцию, как тут. По факту здесь Вроде просто бы что, зашли, понять так надо, уже как исходим. строить и все. Я тоже хочу пойти. Ну сейчас, да, сейчас. Да, там тут просто херня в том, что нужно постоянно переделывать персонажа. А, раз в день тоже ходить можно. Сейчас А, я так... хотя бы описание почитаю башенок в записи. Подожди, кто писал? Пойдем в бездну. Алексей. Ну так мы пошли уже. Чего не сказал? Я бы пошел. Так мы все равно же сохраняем эти скрины, короче, башни. Надо понять сначала, какие что башни делают. И они же тут в сочетании дают бонус. Правильно, вам вот. Надо на какой вы там, ну, типа, чем вы не прошли, вот там вот надо упорство делать постоянно. Где повисли, и все. Там искать, значит, почему другие башни. Почему я не зеленый? Другие башни строить, и все. Там ничего сложного, просто, ну, вот. Дело в том, что есть мобы, как БСФ, знаешь. И типа, ну, нужно башня, допустим, контроля. Вот. Чем дальше, тем сложнее там. По плану. Эти волки какие-то жирные. Вот я в соло тоже на волках. Все. Помню. Так, ладно, это АФК пока пойду. Время посмотрю. Ну, они слишком плотные. Коля когда будет, не говорил? Не. Где он лежит? Мы его не убьем. Хотя. А, нифига, я думал, мы все уже. Добавщики, кстати, работают. Блин, не хватает. Сколько тебе не хватает? Я там 4 башни уже построил. Не, посмотри, сколько у тебя частиц бездны. О, смотри, а 10-й типа босс, понял? Надеюсь, он драться не будет. Сейчас, мне дебаф накинуть, да? А, на нем не работает, ясно. На нем эффект, ну это, контроля, короче. А, я вижу. Ну, он, защита от контроля, во. Походу не забьем. Хотя. Надо башню построить. А там выше уже все построено? И воды вроде бы, да? А сейчас... Да, там вроде бы все уже. Походу их улучшать надо будет, когда тут все достроим. Да, да. Причем с середины, наверное, где-то. Все.
Опа-на, хрюши побежали. Деньги с них не падают. Ого. Где-то я их уже видел. Какие они деревянные, боже. А с них действительно деньги падают. Так, тут все вроде. В натуре рынка падает, это круто. Потом будем разбираться, что она делает. Не бафнуть ничего нельзя. Все, кончилось бабло. Бля, что за? Ой, страшная хрень какая-то бежит. Чё-то такое. А, они теряют. Теряют, да. Бля, бля. Так. Они очень быстрые, прям пиздец. Зато не ватные достаточно. Блять, транспир. Сука. Гейм овер. Гейм овер.